сорт острого перца Seven Pot Brown. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Это высокоострый сорт. Острота вот такого перчика от 800 тысяч до 1 миллиона скобелей. Срок созревания этого перца от 100 дней до 120. Это морщинистые вот такие вот плоды такого шоколадного цвета. Кустик может достигать от 80 сантиметров до 1,20 м. Плоды могут быть во много раз крупнее, если этот перец выращивать в теплице. Ну а так, кустики у меня не очень высокие и плоды не очень крупные. Вкус у этого перца насыщенно фруктовый, такой с ноткой экзотики. Этот перчик можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах и у себя на подоконнике в квартире. Этот сорт высокоурожайный. Он имеет большое количество плодов. Плодов здесь очень-очень много. Вот такой вот, такой вот красавец. Созревает он от зеленого цвета до шоколадного. Высевать такой сорт на рассаду надо в 20-х числах января. Чем раньше высеете, тем быстрее вызреет ваш перец. Вот такие вот красавцы. Очень-очень большое количество. Перцы вяжутся прямо такими гроздями. Перец очень-очень острый.